Давай. С чего начать? Фамилия, имя, отчество. Магомедов Магомед Магомед Канимович. За что доставлен? Доставлен в отдел за инцидент, который произошел. Какой это район? Тысячи мелочей. Где этот банкетный зал? Где банкет? Ну, рядом с банкетным залом. Я шел вместе с своим другом. Своей работой. Как зовут друга? Ислам. Расскажи. Ислам. Расскажи. Вместе с своим другом шел с работы, его зовут Ислам. Он ко мне приехал на работу, сказал, что едет в гости и позвал меня с собой. Я закончил свою работу и сели оттуда с Акушинского на 44-ю маршрутку и слезли под мостом. Там под мостом на остановке вылезли. И оттуда наверх поднялись, и только когда на дорогу поднялись на этом месте, сотрудники стояли там и проверяли машины. И рядом проходили, они документы начали проверять. У меня спросили документы, я сказал, я забыл, что у меня права и карточка с собой. Я просто подумал, что он как изначально представляет, я как паспорт подумал. Я ему сказал, что у меня нет с собой паспорта. Потом... А он говорит, если паспорта нет, тогда...